Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Продаю тему автомобиля Volkswagen Passat B6. Отличный автомобиль, очень мне нравится, уже очень давно езжу на нем. Никаких отзывов, все только положительные. О чем хотел поговорить, что каждый автолист данного автомобиля сталкивался с такой вещью, когда вы заводите автомобиль. У вас загорается сервис Now. Вот, о чем это свидетельствует? Это говорит о том, что нужно провести сервисное обслуживание автомобиля. Вот. На некоторых автосервисах данную вещь сбрасывают компьютером. Вот. Но если я покажу сейчас, как это сделать своими собственными руками. Вот. Операция это не хитрая. Что мы делаем? Вот у нас есть здесь две кнопочки. Вот. Нули ключик. Мы зажимаем кнопку ключика, нажимаем и одновременно включаем зажигание. Вот. Загорелась у нас кнопочка Service Now. Дальше у нас часы и минуты. Дальше мы нажимаем на минуты. Вот. И последующие на часы. Все. Вот. Теперь все у нас работает. Сервисный интервал у нас сброшен. Ошибочки говорят, это мы только что поменяли аккумулятор на новый. Кому было полезно данная информация, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.